масло. Чистота и порядок в доме. Помните, что скопление старых и ненужных вещей, пыли и мусора на балконах, чердаках и в подвалах, коридорах и тем более на лестничных клетках увеличивает риск возникновения пожаров и затрудняет выход к спасению при пожаре. Тем более категорически запрещается хранить в этих местах огнеопасные и взрывоопасные вещества. Одна из наиболее частых причин пожаров – курение в неположенных местах с несоблюдением правил противопожарной безопасности. Температура тлеющей сигареты более 300 градусов, а время ее тления до 30 минут. Это делает ее очень серьезной причиной пожаров. Смертельно опасно курить в постели, тем более в нетрезвом виде. Нельзя оставлять окурки непогашенными, бросать спички и окурки в непредусмотренных местах.